столице Казахстана продолжается международный теннисный турнир. Помимо основных игр, в рамках ATP 250 Astana Open организована стар-программа. Так, звездные игроки накануне провели встречу с юными фанатами. Воспитанники республиканских теннисных центров нашей страны получили уникальную возможность сфотографироваться с кумирами, задать им свои вопросы и принять участие в мастер-классе. Кроме того, состоялась и автограф-сессия Доминика Тима. Увидеть знаменитого спортсмена, который занимает 81-ю строчку в рейтинге ATP, собралось немалое число болельщиков. Также ведущие ракетки мира планируют принять участие в посадке деревьев в Астане и посетить аутизм-центр. К слову, к событию такого масштаба, отмечает руководство турнира, сегодня приковано внимание мировых СМИ. Мероприятие транслируется в 40 странах на 80 международных и 5 казахстанских телеканалах. Сегодня третий день турнира. Вторник, среду мы играли отборочный этап. Вчера его закончили. Также вчера начались матчи основного турнира. Сегодня продолжается первый круг. Сегодня нас ожидает интересный матч. Это Манарина будет играть, Вавринка, также Тим в 6 часов. Парный матч недовесов своим партнером. Поэтому, да, сегодня достаточно такой колоритный, интересный день. Общих гостей – это наших спортсменов, которые приехали, порядка больше 150 человек. Ну, то есть это и спортсмены, и их тренера, их стаф. Зрителей вчера было достаточно много, то есть в течение дня посетили более 2000 человек. Надеюсь, сегодня будет еще больше.